Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ 21-22 февраля этого года провел международную научно-практическую конференцию аспирантов, студентов и учащихся «Тюркская лингвокультурология. Проблемы и перспективы». 21 февраля, в день международных родных языков, у нас был юбилейный вечер, народного поэта Татарстана Разиля Исмаиловича Валиева. А сегодня мы проводим очередную традиционную международную конференцию, учащихся студентов, аспирантов тюркской лингвокультурологии. Это очень интересная тематика. Студенты, школьники с удовольствием каждый год участвуют в данной конференции. Конференция подразумевает собой выявление проблемных полей, взаимодействие в рамках которых позволяет наиболее полно раскрыть возможности междисциплинарного сотрудничества филологии и культурологии, поиск путей налаживания плодотворного диалога между филологией и культурологией, также приобщение учащихся студентов и аспирантов к общим научным проблемам. Конференция вызвала большой резонанс среди молодых ученых тюркоязычных народов. В связи с этим с 2016 года она вышла на международный уровень. Каждый год конференция меняет свой статус. Несколько лет назад конференция проводилась в статусе всероссийской. Уже 2 года конференция проводится в статусе международной конференции. Поэтому уже участвуют международные участники. На этой конференции есть участники из Казахстана, из Китая, из Турции. И я думаю, в следующие годы конференция свою географию еще расширит. И в этой конференции будет участвовать больше участников из зарубежных стран. В рамках этой международной конференции были почетно награждены победители Олимпиады по татарскому языку. Кроме этого, студенты представили свои творческие номера и читали стихи. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универньюз.